Друзья, всем огромный привет! Я рада видеть вас на моем канале. Недавно в Инстаграме я проводила такой опросник, где вы задавали свои вопросы про волосы, все, что вас интересует. И у меня насобиралось достаточное количество вопросов, на которые сегодня я хочу дать вам развернутые ответы. Поэтому, если вам интересно, давайте не затягивать и погнали. Первый вопрос, который я себе выписала, звучит так. Расскажи про маски и кондиционеры, которыми пользуешься. На данный момент у меня идет Bad Head, это кондиционер. Я его только испробую и пока не могу вам дать на него свой отзыв. Но в скором будущем буду уже знать точно, нравится, не нравится. Нашумевшая марка, много хорошего в хороших веществ в составе, в принципе, надеюсь, будет какой-то результат. Посмотрим чуть позже. Ну и на данный момент это остаются у меня бальзамчики, кондиционеры от фирмы Tresemme. Я такой взяла и вот такой вот взяла. Люблю эту фирму, люблю их кондиционеры, волосы увлажняются, напитываются. И, в принципе, специально для окрашенных волос я никогда не брала средства, поэтому это все у меня просто кондиционеры. Но фирма эта очень мне нравится, обратите на нее внимание. Итак, следующий, девочки, вопрос. Расскажи про уход за блондом. И, честно говоря, уход за блондом ничем не отличается от обычного ухода. Я никогда не использовала специальные тонирующие шампуни, только в очень редких случаях. В принципе, тонирующие шампуни, эти все специальные шампуни для блонда достаточно сушат наши волосы, поэтому я вам тоже не рекомендую часто их использовать. Поэтому у меня для блонда такой же уход, как будто бы и не за блондом. Это питательные увлажняющие маски, которые мы чередуем. Это масла, это разные несмывашки, масло для волос, крем для волос, пшикалка на длину для легкого расчесывания. В принципе, все. И разные несмывашки. Чем больше несмывашек, тем лучше для окрашенных волос. Для блонда это не означает, что нужно покупать специальные шампуни и бальзамы. Нужно всего лишь подбирать увлажняющий, питательный, насыщающий волос уход. Это не смывашки обязательно, это разные кондиционеры, маски, бальзамы. Чем больше, тем лучше. Итак, третий вопрос. Пользуюсь ли я тонирующими шампунями и бальзамами? Я уже ответила на этот вопрос в первом своем ответе, что нет, и вам не рекомендую. Тонирующие все шампуни, вот эти фиолетовые, либо еще какие-то, сушат волосы, особенно блонд. Но если вам уже так хочется, и вы прям не можете без тонировки и тонировочных шампуней, обратите внимание вот на такой бальзамчик от Nexxa. У меня, правда, это шампунь, но бальзам точно такой. Просто у меня бальзам уже закончился, а шампунь еще есть. Шампунь не рекомендую, он мне не понравился, сушит, не дает никакого эффекта. Вот бальзам точно так выглядит, просто здесь пишет, что это бальзам, а тут шампунь. Но бальзам достаточно увлажняет, не так сушит, как вот шампунь. Поэтому, если вы уже хотите брать что-нибудь с тонировочных средств, берите именно бальзамы, маски, кондиционеры, но не берите шампунь. От шампуня и так особо эффекта нету, а бальзам или маску вы нанесли на длину тонирующую, и у вас есть и эффект, и цвет меняется. А шампунь вымоет ваши корни и по длине как бы особо никак не затонирует ваши волосы. Поэтому Next могу вам посоветовать. Это такой арктический блонд, дает неплохой эффект. Как раз после окрашивания можно бальзамчиком волосы намазать, и в принципе красивый арктический холодный блонд появляется. Но хочу вам еще раз сказать, что в редких случаях используйте, достаточно сушит волос, особенно блонд. Итак, четвертый вопрос. Какие расчески посоветуешь? Я уже показывала свои расчески, но покажу вам еще раз. Вот такая расчесочка с натуральным ворсом. Извиняюсь, если где-то есть еще волосы. Она без всяких этих пупырышек на концах. Не должны быть пупырышки на концах, так как это рвет ваши волосы. А вот такая расческа или с натуральной щетиной, или с штучной, будет очень хорошо прочесывать ваши волосы. Это более как щетка. И не рвать их совершенно. Вы можете чесать мокрые, сухие, любые волосы. Вот такие расчески можно, даже влажные волосы чесать. Они никогда в жизни не будут рвать ваши волосы. Потом у меня есть еще
такая аналог тингл тизер, короче, вы поняли, не могу выговорить. Ну, это подделка, это аналог, но я эту расческу не рекомендую. Она ужасно рвет волосы, и те, кто говорят, что она идеально расчесывает, я не знаю, лично у меня от нее ужасные впечатления. Она рвет волосы, и ей расчесывать это просто убийство. Волосы будут напрочь порваны. Но для чего я ее показываю? Когда, например, у нас где-то на длине сделался какой-то колтун, либо волос запутался, мы можем взять вот такую расческу именно с такими зубчиками и просто аккуратно вот этот колтун как бы вычесать. Вот для этого она мне и нужна. Она идеально с этим справляется. Поэтому, если у меня где-то запутываются волосы, я прибегаю к ее помощи. И она достаточно хорошо убирает вот эти все колтуны и запутанные волосы. И еще одна расческа, которая у меня есть, это такая расческа. Тоже какая-то вся в волосах, извиняйте. И она неплохая. Это как щетка более для укладки и сушки волос, если, например, вы сушитесь. Но она неплохо расчесывает, хотя имеет вот эти пупырышки на концах. Но, в принципе, неплохая, но она достаточно рвет. Ее вот на каждый день использовать не рекомендую. Когда вы уже прочешете вот этой расческой ваши волосы, и они как бы вычесаны, нету колтунов, и так дальше, вы можете этой как бы еще просто доработать ваши волосы. Вот тогда будет красивый эффект. Вот три такие расчески у меня. В принципе, вот такую могу с чистой совестью рекомендовать. Еще один очень интересный вопрос. Какой рост волос должен быть в месяц? А тут у меня, девочки, встречный вопрос. Я хотела бы, чтобы вы в комментарии написали, сколько вы считаете, по вашему мнению, волос должен отрасти за полгода. Ответьте мне, пожалуйста, в комментариях на этот вопрос, и в следующем видео я расскажу вам все про рост волос, как, сколько и почему. Еще один вопрос. Как не перепитать волосы средствами? Тоже достаточно интересный вопрос, потому что когда мы используем все эти маски, бальзамы, а потом несмываемый уход, мы часто видим, что волосы не становятся лучше, они становятся тусклыми, какими-то обезжизненными, и не понимаем, почему. Мы же столько всего вложили, и так, и далее, но здесь дело касается именно перепита. Мы перепитали волосы, и они от этого вот стали тусклыми. То есть волос перепитать очень легко, наложив много средств разных, увлажняющих и питательных, все в одно. Вы реально перепитываете ваши волосы. Потом они как сосульки, они плохо расчесываются, путаются, тусклые. Поэтому важно соблюдать какой-то уход. Например, увлажняющие, только с увлажняющими, питательные с питательными. Только иногда можно, как в спа-процедурах для волос, совершать разные маски, то есть мешать их. Это могут быть увлажняющие и питательные. Тогда можно. И то стараться после этого не наносить большое количество несмываемых продуктов. Вот. Поэтому, девочки, перепит легко сделать, если все на свете ложить. Если соблюдать правила, масочка раз в неделю, бальзамчик каждый раз после мытья, или если вы используете маску, то потом бальзамчиком закрываете чешуйки каждый раз после мытья, раз в неделю спа, либо маски с маслом, тогда вы не перепитаете ваши волосы. С несмывашек чуть-чуть попшикали спреем, чуть-чуть масло нанесли и чуть-чуть крема какого-то. Всего просто соблюдайте дистанцию, не ставьте много. Если вам кажется, а, это еще мало, надо еще, нет. Это уже достаточно, чтобы волосы были реально, имели от этого пользу, они ухудшали свое состояние. Поэтому очень следите за вашим перепитом. Но если вы уже перепитали волосы, можете использовать либо пилинги, либо скрабы для волос, либо шампунь глубокой очистки. Но я их не люблю, я их не использую. Что делаю я? Я просто пропускаю один из уходов. То есть я постоянно делаю, да, уход, если вижу, что волосы перепитались, просто помыла шампунем, чуть-чуть бальзама и все. Ничего больше не ложу. От этого как бы средство вымывается, и волос приходит в свое обычное состояние. Итак, девочки, последний вопрос на сегодня. Какие маски я использую на данный момент?
Итак, сейчас у меня это, как я говорила, из кондиционеров Bad Head и фирма Tresemme. Из масок я взяла попробовать Garnier Aloe Hair Food, но пока не знаю, они мне не очень нравятся. С масками я люблю Numera, я вам уже показывала, но у меня она закончилась пока что, не купила новую. Ну вот, хочу что-нибудь еще попробовать. Люблю маски от Estelle, люблю маски, в принципе, Numera, да, и Estelle. Это то, что более-менее подходящее. Сейчас вот эту пробую с алоэ, говорят, что неплохая, попробуем. Также такая масочка, которую я вам уже показывала от BioVax. У меня зелененькая, розовая, я их чередую, покупаю постоянно какие-то новые с этой фирмы. Нравится мне, там натуральный состав и много полезных компонентов. Масло кокосовое для волос обычное, ничего такого. Ну и, ой, где они закатились, ну и два несмываемые крема, это Fructis, который я не могу добить, от Garnier еще чуть осталось, мне нравится, это Pantene, неплохой кремик для волос, это уже на влажные волосы наносим. В принципе, все, девочки, я сегодня постаралась ответить на все ваши вопросы. Напишите мне про рост волос, сколько, по вашему мнению, должен быть рост волос за полгода в комментариях, и увидимся в новых видео. А я всех люблю. Пока!